Новая детская площадка, к большой радости детей и взрослых, появилась во дворе дома номер 8 по улице Пушкарева. Все благодаря межрегиональной программе «Территория детства СТ+». Суть проекта в том, что энергетики не только ремонтируют тепломагистрали, но и благоустраивают территорию после работы. Так и было сделано во дворе на Пушкарева. Мы заботимся не только о комфорте наших жителей, потребителей, но и в том числе и о благоустройстве территории после проведения ремонтных работ. Энергетики установили новые качели, горки и турники. А на праздничное открытие пригласили детей и их родителей. Местной детворе скучать было некогда. Первым делом на лица ребятни нанесли аквагрим. А зажигательный ведущий не давал заскучать, устраивая конкурсы и дискотеку. Ребята весело разучивали танцы, бегали и играли вместе с командой аниматоров. Особенно детям полюбился герой сказочного города Энергограда Теплослав. Ручки вниз скорей! Ручки выше! И стали круто! Подарок жители и взрослые, и дети оценили. Ребята будут прибегать кататься на качелях, а старшее поколение отдыхать на лавочках рядом. Ребятишки играют, со всех дворов приходят. Мы даже сегодня пригласили, сбегаются. Мы уже выросли, наши дети уже... Дети уже наши выросли здесь, в этом доме. Сейчас уже правнуки. Правнуки у нас в основном. Ну и молодежь живет, и молодежь есть. Дом очень хороший. Я очень всегда любуюсь нашим двором и люблю наш дом. В целом в Ульяновске компании установлено 7 детских площадок. В планах порадовать еще не одну сотню детей.